Привет, друзья! Сейчас я вам покажу, как правильно чистим морских ежей. Берем ежа вот так, делаем укольчик, чувствуем, чтобы он был живой. Ручкой придерживаем, а аккуратненько идем по часовому кругу. Аккуратно держим из-за того, что они очень колючие. Потом берем ручкой и вытаскиваем шляпку. Далее кишки убираются пинцетом быстрее всего. Пинцетом убираешь кишки все. И получается вот такой ёж. Чистенький и уютный.